О печальных новостях по линии 101 расскажет Александр Смирнов. Слишком горячей штучкой оказалась самодельная печь, которая стала причиной крупного пожара. В деревне Калачи Логойского района загорелся комплекс гаражей. Боксы используются для ремонта сельхозтехники. В момент возгорания работала смена из 3 человек, которые самостоятельно еще до визита МЧС смогли эвакуировать 6 единиц техники. Поэтому ущерб от пожара удалось минимизировать. Тем не менее, огнем уничтожена крыша на площади почти 500 квадратных метров. Закопчены стены 2 помещений. Никто не пострадал. Пожарный извещатель выгнал хозяйку на улицу. 89-летняя пенсионерка, услышав тревожный сигнал, поспешила на свежий воздух, зашла к соседям и попросила вызвать МЧС. Спустя 8 минут полоцкие спасатели прибыли на улицу Галеркина. Жилой дом горел изнутри. Спустя еще 8 минут пожар удалось ликвидировать. В результате инцидента повреждены стены, веранды и интерьер. А вот причину пожара еще предстоит выяснить специалистам. Вероятнее всего, виноват сбой электрооборудования. Пожар, минувший ночью в Гродно, лишь чудом обошелся без жертв. События развернулись на 4-м этаже многоквартирного дома по улице Фолюш. Мужчина проснулся попить воды и почувствовал запах гари. Обошел свою квартиру и понял, что источник опасности кроется где-то рядом. Когда он вышел на лестничную клетку, увидел, что из дверей соседней квартиры просачивается дым. Вызвав спасателей, мужчина вернулся на помощь 56-летней хозяйке и принялся тушить возгорание. Бойцы МЧС полностью ликвидировали пожар. Вероятной виновницей ЧП считается свеча, оставленная без присмотра.